А знаете, почему сегодня самый замечательный день? Потому что люди гуляют. Солнышко греет, птицы поют. На улице тепло, и, соответственно, людишки уже повылазили со своих барлок. И так приятно, когда площадки не пусты, а там играют дети с родителями, о чем-то они общаются. Как-то вот тогда хочется жить и планировать будущее, когда дети счастливы, когда ты видишь счастливые семьи, тогда хочется и себе, что ли, создать семью. Интересно, какая бы мама я была. У меня нету семьи, у меня нету мужа. Я не страдаю. Я такой, как бы, человек, что... Ой, как, боже, как красиво. Пусть у меня не будет этой семьи. А если она будет, то это, знаете, что-то такое душевное, что-то слияние энергии, это такой тандем, это команда, это мы друзья, мы партнеры, мы интересны друг другу, и там, наши дети, будущее, они вырастают в этой атмосфере такой хорошей, о, супер. И как бы они будут интересными собеседниками и проживать качественно свою жизнь. Но пока что я такая холостячка. Американская холостячка. Вот надо проект. Ищу мужа. Открыть проект. Требования, у меня никаких требований в адекватности, наверное, вот и все. Единственное требование. И да, кстати, вот не каждый тоже человек захочет там принять мой режим жизни, потому что я тоже такая со своими приколами. Кому-то надо вот это вот, знаете, простота. Тоже мужчины любят заморочиться. Там, достигать. Это хорошо, это правильно, это круто, но не каждому захочется со мной вот это бродить утром. Ну, не то чтобы бродить, когда есть время, то надо все идти гулять, дышать свежим воздухом. Кому-то море, кому-то горы. Красиво, да? Вот так вот. Как мне тут перебежать нелегально? Ой-ой-ой. Так что тоже такого человечка найти с одинаковой энергией. Я не из тех людей, которые плюс, минус, плюс притягиваются. Я тех, что плюс-плюс и минус-минус. Все. Конечно, хорошо сегодня. Хорошо. Я уже пробежалась и попрыгала. И что я только не делала. Сейчас надо идти домой, сделать кофеечек, покушать. И все, завтра на работу. Так вот и день прошел. Домик желтый. Да, он красивый домик. Но они же совсем такие вот. С досок, из палок. Ну, в принципе, а что его строить? Божечки! Да вы что? Да какая ты красотулечка! Ой-ой-ой! И как я люблю тюльпаны! Я люблю тюльпаны и нарциссы. Вот эти все полевые цветочки, волошки. Я просто вот все, это для меня... Цветы есть, все
тебе день удался. У меня у мамы клумба такая красивая. Что у нее там только нету. А розы разные. Смотрите, как красивенько. А роз сколько у нее. Ой-ой-ой, разные. И маленькие такие. И такие, как они плетутся. И такие и бордовые, и желтенькие. Просто вот восторг. Когда оно все расцветает. Господи. Это вообще, это прекрасно. Вот почему люди вот, не хотят жить спокойно, воюют, куда-то мчатся, суетятся. Чего вам не сидится дома? Почему вам не живется такой хорошей, доброй жизнью? Зачем вы пускаете к себе вот эти дурные мысли, поведение свое такое? Вообще, я не знаю, и у меня злости не хватает тоже на это все, на эти войны, на эти ситуации, на это. Ты понимаешь, как может быть и как надо быть, и надо, чтобы было все просто и по-доброму. Нет, вот людям скучно, они при выборе цветочка и оружия выбирают оружие. А какой вообще можно цивилизации говорить, пока мы выбираем и производим оружие? Я в шоке, все, мое сердце разбито, смотрите. Это же вообще, это как можно быть такими красивыми? Вот. Еще тут подумала о политиках, простите за дурную тему, но вообще, вот почему наши жизни зависят от настроения других людей, от их решений и тому подобное. Вообще, кому, почему мы должны кого-то там выбирать, да? Откуда мы знаем, как человек проснется, в каком настроении, что он сегодня предпримет, а от тех или иных принятий решений зависит моя жизнь и мое будущее, и как бы и ваше тоже. Не, мы там выбираем все, вот, прислушиваясь, они знают лучше. Откуда они такие же придурки, как и большинство? Вот, кто рвется в политику, это вообще самые глупые люди, потому что они, ну как глупые, они неразумны в том плане, что они сами в своей жизни ничего не поняли и знают, как только придумать очень простую тему заработка денег, а вот и все, и ты рвешься в политику. Вот, а так я просто не знаю, так обидно, что там тот президент решил то. А чего ты так сегодня решил? А пореши другое. Почему ты так решил? А чего ты отталкиваешься, что ты так решаешь? А будет ли хорошо твое решение? А может, задайте кучу вопросов на каждое решение, которое вы принимаете. Вот они все там решили. Даже здесь. Все там, Конгресс, Сенат и так далее. Что-то там они сидят и решают. А сейчас он сдуло торнадо все ваши вот эти вот. И все, а что вы там не предпринимаете какие-то технологические моменты? Как строить дома так, чтобы они не рушились? Как, что делать вообще с водой? Потому что ее действительно может не стать. Как так обеспечить транспорт, жизнь людей, вот, болезни, все это? Ну, такие темы не трогаются. Не, давайте оружие больше сделаем. Давайте же оружие, потому что все, это гарант успеха. О, Господи, боже, как оно уже. Я просто не могу, не выдерживаю. У меня, знаете, всегда столько хочется слов сказать. Но я теряюсь. Так, пройдусь я сюда. На солнышке хочется ходить. Там солнышка нету. Не, или сюда. Давайте сюда. И все за это обидно. Все за эти жизни, за эти производства. За это все. Ну, как-то очень сильно душа болит. Но я маленький, огромный. Песчинка просто в этом мире. Которая ни на что не способна. Только ходить вот так вот и ныть.
Действительно, жизни людей довели до каких-то кремешных звездецов, загнали вот в элементарный момент заработка. Ну, ага, так, что-то мы мало зарабатываем, давайте начнем где-то войну. Супер, и в кредит еще затянем эту страну. Вообще прекрасно будет. И все оттуда вывезем. И пусть доведем их до такой жизни, что все, они без нас не смогут. И давайте, отлично. И они нам будут пожизненно должны. Вы понимаете, о чем я, да, сейчас? Вот. Вы понимаете, о чем я? Что это такое? Какой-то магазин с дисками. Пробежечки. Вот уже людишки себе сидят. Классно. Вот, надо тоже пойти туда. Кофеечки себе заказать. Какой у нас тут райончик. Погода. Погода какое-то волшебство, а не погода. Так, надо уже за английский садиться, это я что-то пропустила в этой жизни. Пропускала я уроки. И вот это хожу, брожу тут в глубоком одиночестве. Ну ничего, мне нормально. Та-та-та-та, я целюблю. Так что, друзья, поддавайте все вопросы и все решения там, политиков или тех или иных людей, поддавайте всегда сомнениям. Всегда задавайте кучу 1500 вопросов к 666, к решению, к каким-то вот все там мы вот так вот должно быть. Почему так должно быть? А может не так, что-то людишки там занимаются. И вот так. И плохо, что мы зависим. Мы от кучи факторов зависим в нашей жизни. Вот белочка, белочка. Малышка такая. Все. А я буду добираться домой. Всем добра.